Друзья, мы тут завтракали с Алиской, и что-то я решила переложить ее вкусняшки в отдельные баночки, потому что вот такие пакеты, они очень неудобные. Плюс, конечно, если есть сверху зип-застежка, это супер, то есть можно никуда не перекладывать. Эти, они со временем выветриваются и как-то перестают ее интересовать, поэтому я решила их в баночку переложить и сделать такой микс. Вот, потому что когда даешь отдельно, она на них не реагирует. Единственное, что ей очень нравится, это вот для ухода за зубами бренд Мурмикс. Это такие черные ириски в форме зубиков. Вот, это единственное, что ее привлекает, остальное все нет. Не понравилось. Ну, будем доедать потихоньку. Вот, покажу, значит, для здоровья кожи и шерсти. Ну, съела 3 штучки, все, на этом закончилось. Еле-еле, душа в теле, мы это доедаем. С курицей и сыром вообще не понравились. А с кошачьей мятой тоже. То есть она вообще их не ест. Вот, так что не самый лучший выбор. Это одни из самых дешевых. Я не помню, сколько они примерно стоили, но в районе 70 рублей. Вот, так что не знаю, как ваша кошка, вот моя такая выпендрежница и привереда. Так что могу сказать, что из этих 4 других я вариантов не встречала. Ей нравится только вот этот, и то уже начинает не нравиться. Видимо, они выдохлись, в этих упаковках, и она уже их, эти штуки ее не привлекают. Друзья, привет! Надеюсь, вы видите эти ноготки так же, как и я в последний раз. Да, ну, некрасивая форма, немного сухая. Кожа вокруг, ну, сухая, не обратила. Так что иду сегодня впервые в жизни на маникюр в салон. Ну что ж, друзья, теперь вот так выглядят мои пальчики. Да, немножко меня поранили. Тут вот в уголке мизинчика насыпали какой-то порошок, и, в общем, все заросло, зажило. В общем, теперь выглядит вот так вот. Честно говоря, без покрытия. Теперь как мне самой поддерживать такое же состояние ноготков вообще в порядке, не знаю. Мне сказали в салоне, что у меня тяжелый случай, потому что таких ногтей они давно не видели. Не то что запущенных, как сказать, там. В общем, кутикула была пересушена просто да нельзя. Вот, так что теперь у меня вот такие красивые ноготки, наверное. Мне нравится только мизинец. Уж больно у него красивая форма. Вот, ну такие круглые пятачки. У меня просто руки от природы с таким, как бы пальцы палочки, не вытянутые, как у большинства, не зауженные, а к подушечкам, а такие равномерные сосиски. Поэтому и ноготки тоже такие. Ну, я вообще длинные не люблю. Вот. Поэтому вот так вот. Алиска тут под ногами крутится. Все-все-все убрали. А все про все где-то час ушел. Вот, ладно, пошла дальше любоваться. Постараюсь теперь впредь как-то поддерживать это все в том же состоянии. Вот. Кстати, друзья, заказала себе комплексный профессиональный уход за руками. В воскресенье курьер должен привезти мне посылочку. Естественно, это не реклама, я все покупала за свои деньги. Вот. И покажу вам, в чем состоит комплексный уход и почему профессиональный. Ну, потому что косметика для салонов для профессионального ухода. Вот, так что потом покажу вам.
Оставайтесь со мной. Привет, друзья. С этого ракурса вы мою комнату еще не видели. Да, тут тоже стройка намечается, так что, в смысле, ремонт. Так что не обращайте внимания. Хотела с вами поделиться радостью. Ко мне таки пришла эта самая посылочка из Аравии. И это профессиональная косметика по уходу за руками. Ну, вообще за телом, за руками, за ногами, там, за кожей. Вот. И это как бы, ну, не хухры-мухры, а это действительно профессиональная косметика. Профессиональный уход. Вот. Конечно, она, скажем так, стоила, ну, не то чтобы прям дешево и не то чтобы прям очень дорого. Но я почитала отзывы, фирма достойная. Ранее о такой не слышала, но как услышала, сразу решила воспользоваться и скидкой, и возможностью приобрести. Вот. Давайте покажу вам, что там пришло. Пакет уже упал. Тут накладная со списком и, собственно, с ценами. Сейчас я вам даже, наверное, буду говорить, сколько чего стоило, чтобы вы сориентировались тоже. И, ну, если вам хочется, то приобрели бы. Вот. Мне это не прислали на обзор, это я покупала сама, то есть не надо там ничего думать. Опять, что это реклама какая-то. Это не реклама. Так, первый продукт. Банки, я вам скажу, просто гигантские. По 300 миллилитров или 300 грамм. В принципе, как ни крути, одинаковая емкость. Но цена для такой банки, я вам скажу, просто даром, можно сказать. Так, первое. Крем-интенсив для рук. Сливки с коллагеном называется. Так, сейчас. Сливки с коллагеном стоит 416 рублей. Сейчас я возьму. Вот такая банка. Просто потрясающая. Она гигантская. Здесь можно видеть, что, да, объем 300 миллилитров. Наверное, видно. Честно говоря, не вижу, в общем, размыто как-то на экране, видно или нет. Нужен какой-то задний план. В общем, здесь есть пометка, что это 300 миллилитров. Просто гигантская банка. Вот. Но это конкретно, я просто не могу задний фон сделать, затемнить, чтобы вам видно было. В общем, так как второй рукой держу телефон, он не на штативе. Я решила, просто приезжал курьер, принес эту посылку буквально на днях, и я прям хотела побыстрее с вами поделиться, потому что я прям ее жду очень-очень. Хочется побыстрее попробовать. В общем, вот такой вот крем сливки. Дальше. Все крышки прямо откручиваются сами. Крем-флюид для рук. Нежное увлажнение с комплексом витаминов Е и С. Так, и он у нас стоил... Крем-флюид стоил 365 рублей. Объем точно такой же. Вот такая баночка красивенькая. Так, ой... Вот так вот все выглядит. Объем точно такой же, 300 миллилитров. Вот. Она просто гигантская и очень тяжелая. Вот такая красивая банка, просто чудо. Так, следующее. Следующее у нас скраб мягкий с маслом персика. Так, скраб у нас стоил 524 рубля. Вот такой вот скраб. Здесь тоже 300 миллилитров. А, не помню, уже сказала, все банки зафольгированы. То есть они вот все вот только-только.
Здесь есть дата. Дата производства август 2018 год. То есть вот только-только произвели. И последняя баночка, самая интересная. Это крем-парафин с маслом какао и витамином F. И стоило это, этот крем, 382 рубля всего лишь. Вот такой вот потрясающий кремик. Очень красивые баночки, все просто супер. Гигантские банки по 300 миллилитров, повторяюсь, просто потрясающие. Они все произведены в августе 2018 года. И я остальные банки не смотрела, потому что у всех банок белая крышка, а здесь прозрачная. И здесь, когда крышечку снимаешь, так, что она раньше, вот, все, снимаешь крышечку, и там лежала брошюрка. Сейчас я вам покажу. Все банки профольгированы, и на фольге есть тоже рисунок с текстом, название фирмы. Сейчас попробую вам показать. Вот видно по всей крышке текст. Вот, это тоже название фирмы. И вот внутри была вот такая маленькая брошюрка. Здесь есть все средства, какие они выпускают для ухода за руками и ногами. Как бы профессиональная линейка. Вот. И сзади, например, есть даже инструкция, как провести парафинотерапию в домашних условиях. Есть горячий комплекс, а есть холодный комплекс. И тоже все написано. Полная инструкция, что, чего, в какой последовательности. В общем, очень классная штучка. Я обязательно попробую, буду делать. Это для тех, у кого очень сухая кожа. Я просто чудом попала на эту фирму. Просто чудом. И плюс еще у меня скидка была. То есть, помимо той суммы, которую вы могли посчитать, да, но я вам скажу, в сумме получилось 1687 рублей, плюс у меня была скидка в размере, по-моему, 290, ну, короче, около 300 рублей была скидка. Вот, но, в принципе, там доставка у них 300 рублей. Поэтому я сэкономила эти 300 рублей на доставку. И, в общем-то, скидочная сумма, она оказалась, в общем, скидкой я заплатила за доставку тем самым. Вот, и все вместе с доставкой получилось 1987 рублей. Вот, у меня просто такие безумно классные чувства внутри. Я наконец-то получила эту посылочку, наконец-то могу ей воспользоваться. И у меня большие надежды, потому что я видела результат, и он мне очень понравился на другом человеке. Вот, так что покажу вам обязательно, как у меня все пойдет, понравится, не понравится. Я надеюсь, что понравится, вот, потому что у меня, ну, очень сухая кожа, и она практически вот... Я, допустим, кремом помазала, и все, и через час у меня уже опять сухая кожа. Опять нужно кремом мазать. Так что надеюсь, что эта штука меня наполнит жидкостью, наполнит влагой. Ладно, увидимся позже. Может быть, еще что-нибудь поснимаю.